Штрафы за шум в ночное время будут увеличены. Депутаты Госдумы внесли законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях и Жилищный кодекс. Новая законодательная инициатива предлагает увеличение сумм штрафов за превышение допустимого уровня шума. Так, физические лица, которые громко веселятся, выясняют отношения или слушают музыку более 2 раз в месяц, заплатят от 2,5 до 5000 рублей. Должностные лица раскошелятся от 10 тысяч до 20 тысяч. Рублей, а юридическим лицам может грозить штраф до 100 тысяч рублей. При этом документ запрещает шуметь в жилых домах, гостиницах, социальных объектах и жилых зонах с 10 вечера до 7 утра по всей стране. Кроме того, в законопроекте определены исключения, которые разрешают шум свыше установленных норм даже в выходные и праздничные дни, например, при чрезвычайных ситуациях.